Так единственное, сейчас плохо получается за ухо. Ну, он сейчас полноги делает. А не, я просто не могу скипать ног. Ты не делаешь просто все, да? Бег. Не, бег ты просто делал вот так. Я здесь делаю, просто сейчас не буду делать. Сейчас я просто не делаю. Ничего не делаю. Я жалею свое колено. Во-первых, я бы не сказал, что у меня была травма, потому что это звучит очень так, что если у нас чего-то не будет получиться, я буду говорить, что ну, у меня же травма. Поэтому лучше бы об этом не говорить. Это было так, была какая-то сложность. Потом это будет... Вот как будет гибать ногами? Вот так и будет. Интересно, может, у тебя к концу проекта она не согнется? Что согнется. Куда денется? Сложность физически, это самое, нереально. Так получается, что в основном, ну, из-за там разных причин, в основном из-за меня, мы вынуждены там тренироваться ночью, там, грубо говоря. И это, конечно, тяжело. Таня вообще молодец, что она соглашается. Он просто, можно сказать, без остановки гоняет меня просто. Говорит, кто кого или, гоняет? Или мы делаем прокат? Ничего себе! Врет еще наглый. Трим-там-там, трим-там-там. Там. Это самое сложное, на самом деле. Я не успеваю за Таней, она такая быстрая. А я все-таки фин, еще еле-еле говорю по-русски, поэтому я половину не понимаю, а половину просто не успеваю. Я получаю удовольствие от фигурного катания, действительно. Вот, с Вилли, и мне очень нравится. И неважно, какое место. Это будет... А если честно? Первое. Ну, ты же хочешь быть первым? Хочу быть первым. Ну? А что если вот какую-то фенечку найти, вот смешную? Гениальный наш бег. Проходи назад и колесо. Гениально. Туда и на друг друга. Очень-очень способный и хорошо поддающийся дрессировке. Финский горячий парень. На льду двукратная чемпионка мира и Европы и обладательница олимпийского золота в Турине Татьяна Навка и ее партнер Вилли Хартсалу. Ну, коль скоро Вилли горячий финский парень, то и танец будет финский. Арсенала фигуристов-профессионалов. Thank you.
И вот что получил Вилли за все его старания. Ну, вы поняли, наверное, его падение в середине было предусмотрено сценарием танца. У Вилли была травма колена. И я должен просто выразить восхищение его мастерством. Он просто блестяще держится на коньках и старается скользить все-таки не на двух ногах, а на одной, что свидетельствует о высоком классе. Сложные шаги, богатый технический арсенал. В общем, мне кажется, что Вилли из всех приглашенных в проект звезд выглядит предпочтительнее остальных. Но это мое личное мнение.